актуальны мікрафон аналітычная праграма лайфіры першы нацыянальны канал беларускаай радыё праграма актуальны мікрафон у студыі але на швайко я Дмітрый рубашны як вырашалася жыллёвая праблема у апошнія гады і якія магчымасці маюць сёння беларусы для таго каб палепшыць свае жыллёвыя умовы у нашай студыі сёння кіраўнік праекта жыллё у растэрміновку у Виоген Ра Ра Раитин и эксперт по пытаниях жилевой политики Александр Горваль. У нас э, действует очередная государственная программа строительства жилья. Там э, цель благородная, чтобы э, наши граждане все-таки смогли, кто еще не улучшил свои жилищные условия, э, все-таки э, получили возможность... Э, обеспечить себя доступным, комфортным жильем в соответствии с их индивидуальными потребностями и финансовыми возможностями. Надо отметить, что вот предыдущая госпрограмма а, была такая цифра, что м, более половины нуждающихся смогли улучшить за время ее действия свои жилищные условия. Но тем не менее время идет, очередь это а, когда-то. Уменьшается, но появляются другие люди, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Давайте мы перед тем, как э, расскажем э, более подробно о вашем проекте, все-таки... Э, э, обсудим какие варианты сегодня есть у белорусов для того чтобы улучшить свои жилищные условия потому что кто нуждается он рассчитывает наверняка на государственную поддержку а, у кого есть деньги он может сразу приобрести жилье но наверное таких немного а, все-таки нужен кредит если нет кредита то а, ищут другие варианты кто-то слышал арендное жилье, и может на него рассчитывать. Слышали о жилищных сбережениях, о, об ипотеке, о том, что есть какие-то еще и другие варианты. Кто-то не устроил свои чеки жилье до сих пор. Вот может быть Александр Горваль нам более подробно представит все варианты, которые есть в распоряжении белорусов. Ну, Дмитрий, вы очень верно отметили. Эту проблему, она важнейшая социальная проблема, и государство многое делает для того, чтобы решался жилищный вопрос у наших граждан. И механизмы существуют различные. При этом нужно отметить, что, конечно же, основной уклон в последние годы делается в сторону личного участия, финансового участия в улучшении своих жилищных условий. Это наряду с тем, что существуют государственные системы льготного кредитования, поддержки граждан по указам 13 -му и 240, -му. это в основном для тех социально значимых и важных категорий граждан, которые сегодня существуют. Ну, следует напомнить о том, что вот и президент и правительство в последнее время ориентируют на поддержку многодетных семей для решения демографической ситуации в стране. Существуют системы Ипотеки, которые, правда, делают только первые шаги и требуют своего совершенствования. Сейчас продолжается активная разработка порядка создания системы жилищных строительных сбережений. Есть различные программы банковских продуктов, которые предлагают кредиты и на общих основаниях, и в том числе на партнерских программах с застройщиками. Все это позволяет в той или иной мере предоставить инструменты для населения в части улучшения жилищных условий. Но вот банковские кредиты не каждый рискнул бы даже, если банк даст и взять. Но сейчас ставки изменились и э, кредиты такие все-таки становятся более привлекательными, чем раньше. Да, есть подвижка в сторону снижения процентных ставок по кредитам но мы сегодня в том числе и заинтересованы в том, чтобы рассматривать наверняка и другие системы, которые позволяли бы гражданам, может быть, даже на более удобных условиях, чем банковские кредиты на общих основаниях, улучшать свои жилищные условия и получать дополнительные средства для получения этого жилья. А вот из тех вариантов, которые мы перечислили, они все работают или некоторые только на бумаге? Потому что в некоторых странах ипотека это один из таких вот главных э, вариантов э, не приобретения жилья. Клиенты, у нас об этом, ну, как-то не очень многие э, могут похвалиться, что в ипотеку построили квартиру. Так, к сожалению, вы правы, Дмитрий, потому что ипотечная система у нас больше существует в формальном плане э, принятия в ипотеку того жилья, которое строится с элементами государственной поддержки. То же самое нужно сказать и о новом механизме приобретения жилья в лизинг. Это тоже пока единичные случаи решения таких вопросов, и все эти системы требуют более глубокой нормативной проработки для того, чтобы они были и работоспособны, и доступны для а населения. Что мешает, что мешает в первую очередь? Почему это не работает? Ну, в первую очередь, мешало до сих пор то, что были высокие ставки рефинансирования, в условиях чего системы и ипотеки, и жилищно-строительных сбережений ну, просто технически были нереализуемы. Сейчас эти ставки рефинансирования снижаются, и есть вот тенденция к тому, чтобы эти механизмы вступили в дело. И технически, и люди, ведь каждый человек просчитывает, сколько он в конечном итоге переплатит потому что без процентов кредит ему никто не даст то же самое и другие условия приобретения жилья они удорожают конечную стоимость его квартиры поэтому верно. вот может быть и некоторые варианты не работают потому что они очень дорогие для белорусов что значит рассрочка что вы предлагаете Наш проект жилье в рассрочку он реализуется через потребительский кооператив Жилищный баланс. Условия примерно следующие. Член кооператива должен накопить 20-30-40 процентов. Это в зависимости от разных условий. Ну, на подробностях сейчас не буду останавливаться. Затем он выбирает квартиру любую любого продавца. Это может быть стройка, это может быть вторичный рынок, значит, это может быть частный дом. Кооператив финансирует за счет Павлова фонда ему квартиру, он заселяется, и далее в течение 10, 12, и 15 лет он выкупает квартиру. Здесь, ну, у нас, скажем так, есть переплаты, все равно, да, то есть они меньше, чем банки, но тем не менее, они есть. И человек выкупает квартиру с учетом инфляции. То есть он выкупает метр за метром по той цене, которая складывается на дату взноса. И эту цену мы определяем с учетом инфляции. И вот исходя из этих условий, у него переплаты складываются меньше. Вот чтобы было понятно, может быть, на, на таком примере. Несколько друзей. Вот они сбросились, купили квартиру одному человеку. Он заселился. Потом они покупают второму, третьему, пока все они будут обеспечены. Это похоже на это? Время? Да, это похоже, совершенно верно. Просто то, что вы описали, это как бы замкнутая система. Да? Взяли несколько друзей и по очереди друг другу купили. А у нас система... Не замкнутая она как бы построена как цепочка такая длинная, да, и получается мы, вот как вы сказали, так и делаем, объединяем ресурсы, это по статье 116 гражданского кодекса, да, то есть кооператив, это объединение граждан, которые объединяют ресурсы и последовательно, в нашем случае, покупают друг другу квартиру за квартирой. Да? Исходя вот из э, общей статистики, у нас формируются определенные условия. Э, значит, если, как вы сказали, там э, несколько друзей объединились, то получается первому купили раньше всех, последнему позже всех купили. Да? А в нашем случае образуется некий средний срок, э, который мы ну, устремляем, скажем так, где-то примерно к одному-двум годам. Приблизительно средний срок заселения, после чего этот человек выкупает. Но это так, скажем, немножко сложно. Математика дальше вступает в действие. Ну, сейчас я думаю, что на математике не стоит сосредотачиваться. Но почему же? Математика тоже нужна в плане того, что люди считают свои деньги. И если это все-таки дешевле, чем брать кредит в банке, то, наверное, бы отбоя не было от желающих. А так, ну, пока что а, нельзя сказать, что а, вот такая а, схема приобретения жилья, она у нас сегодня преобладает. Это только начало пути, и люди, возможно, с осторожностью относятся, ну и правильно делают, потому да, правильно, что а, надо посмотреть, как пошло у других. А, насколько это устойчивая система? Вот э, сначала первое ваше замечание, да, вы сказали, что не было бы отбоя, то есть к нам люди, когда раньше тоже приходили, действительно выслушивали условия, э, ну, условия мы рассказываем где-то в течение часа примерно, чтобы все было понятно. Они говорили, чего же у вас нет очереди, да, мы говорим, ну, проблема в том, что пока страшно людям, да, а как, как только мы репутацией своей подтвердим то, что мы делаем на самом деле, то это и сформируется. И поскольку вот мы начинали в Могилеве, сейчас у нас большинство э, людей в могилеве приходят именно уже по сарафанному радио и э, у нас решается технический вопрос очереди на вступление да, потому что мы для себя определили что мы в областном городе должны заключать не более 32 договоров в месяц да, и теперь мы к этому пришли вот, э, и дальше вы спросили вопрос после этого комментария напомните, ну, насколько устойчива эта система, а, устойчивая? Да, да. потому что, ну, смотрите, есть люди, которые сначала к вам пришли и рассчитывают на то, что они очень скоро станут новоселами. А дождутся ли последние члены вот этого кооператива, люди, которые подписали договор, где гарантия, что они тоже станут новоселами? Ну, ну и здесь, прошу прощения, Дмитрий, наверное, надо было бы еще уточнить уточнить, чтобы мы услышали и какие-то конкретные цифры, как вы сказали, математики. Не только срок накопительный, заселение, но и какие уже результаты деятельности этого кооператива. О результатах сказать, да, сначала? Ну и о результатах, наверное, и вопрос Про устойчивости, устойчивости да. безусловно, это да, очень важно. О результатах, если сказать, то понятно, в самом начале мы начали в 2014 году, очень много было недоверия. Значит, мы тогда заселяли очень медленно, сейчас мы заселяем в основном более 10 квартир в месяц. Это вот сейчас мы дошли до этого уровня, максимум у нас был в ноябре 16, ну и мы этот максимум в ближайшие 2-3 месяца преодолеем значит, мы заселили в общей сумме 134 квартиры на сегодняшний день. Это 8 тысяч с хвостиком квадратных метров. И ну вот э, таковы результаты. Средние сроки заселения, как я говорил, в основном 1-2 года, а вопрос устойчивости и вопрос э, последних членов кооператива. Но ну, здесь нужно рассмотреть такой вариант: что самое плохое, да, что может случиться, это вот никому не надо жилья больше, да, и ну, имеется в виду для системы. Это для людей хорошо, никому не надо жилья, да, но для системы например никому не надо жилья к нам пристали перестали приходить люди и в результате получается вот кто-то начал отказываться например да ну кто-то отказываться это досрочный выход никаких проблем с досрочным выходом а вот если перестали приходить люди то самое плохое что может случиться это просто последние люди будут заселены не очень быстро да потому что система построена в балансе так что нету такого, что, ну, как в пирамиде, скажем, да, в пирамиде первые получают выгоду за счет следующих, да, у нас первые заселились, они, скажем, 50 квадратных метров своей квартиры финансируют и сверх этого финансируют еще 8 квадратных метров переплаты. Соответственно, значит, получается, что люди, которые последние, то есть самое плохое, что может случиться, если не приходят другие люди, это они просто заселяются не очень быстро. Но чтобы этого не произошло, для этого мы сейчас решаем технический вопрос очереди. Мы знаем, что потенциал рынка в областном городе, например, это 100 договоров в месяц. Мы для себя поставили 32 договора в месяц для того, чтобы в будущем не было такой проблемы с уменьшением количества людей. И вот таким образом мы ее решаем. А как к этому относятся власти? государственные структуры воспринимает это как эксперимент, как нечто новую, новое, дают ли положительные оценки? Если мое мнение вы хотели бы знать и слушатели тоже, то это новая система, которая должна была показать для начала свою эффективность, результативность и объемом приобретенного жилья и своей устойчивостью. И я должен сказать, что за это время динамика и вступление в члены кооператива, и объемы финансирования, она положительная. Моментов, связанных с отрицательным воздействием этой системы на в целом жилищную ситуацию в республике, тоже не имеется. И в настоящее время... Насколько мне известно, органы государственной власти присматриваются к этой системе для того, чтобы оценить перспективы масштабирования этого процесса уже на всей республике, для того, чтобы как один из механизмов самоорганизации граждан в финансировании своих жилищных условий тоже использовать в перспективе. Но а, вот присматриваются и прислушиваются а, из других городов тоже у нас радиослушатели. Вот спрашивают в Борисове будет ли а, жилье по а, такой системе строится. Это СМС вопрос. Можно ответить. А, ну мы не ограничены географически. На самом деле квартиру можно приобрести на вторичном рынке или построить в любом городе. Например, у нас нет отделения еще в Орше или в Барановичах или в Лиде, а уже в этих городах мы купили по одной квартире. То есть мы в этом плане не ограничены. И ответил, да? Можно мне продолжить да, вот эту угу. тему, поскольку Евгений больше всего вопросов телефонных поступило именно к вам. Народ заинтересован в вашем проекте «Жилье в рассрочку. Говорят, вы существуете с четырнадцатого года, где-то да, проект заработал. Да. А вот почему-то не слышно мало рекламы. Такая претензия слушателей к ну, вам? Дело в том, что всякий факт можно и отрицательно, и положительно рассматривать. Мы его рассматриваем положительно. Почему? Потому что э, ну, у нас переплаты невысокие, мы деньги не тратим на там, громкие рекламные кампании. Да? А делом и, занимаетесь? Да, да, мы занимаемся делом, и поэтому у нас, например, в Могилеве уже по сарафанному радио в основном идет процесс, да. Также для того, чтобы работать по-серьезному, по-настоящему, нужно, конечно, не рекламу и не клиентов, а сначала организационную структуру очень серьезно построить, чем мы сейчас и занимаемся. Да? Вот мы открылись в Минске в начале 2018 года, а вот с 1 февраля Получается, это через неделю, да, примерно. Ну, на следующей неделе у нас официально открытие офиса в Бресте. Это последний областной город, где мы еще не представлены. Хотя, на самом деле, там уже договоры заключены. То есть сейчас, вот с 1 февраля, мы будем представлены в каждом областном городе. И, кстати, если ну, вопрос задают, как нас найти, то... Да, в Минске. Да, вот в каждом спрашивают. городе можно просто набрать э, в поисковике жилищный баланс, и тогда вы сможете что нас найти. Условия? И там да. все условия и по чем квадратный метр, спрашивают. Ну, если почем квадратный метр, то ответ простой: вы выбираете квартиру у любого продавца. Поэтому, вот исходя из нашего опыта, получается, что э, мы с вами приобретаем квартиру по среднерыночной цене, потому что если цена завышенная, понятно, что это и вам неинтересно, и мам и нам неинтересно по заниженной цене продавец не согласится продавать. Поэтому у нас просто среднерыночная цена. Например, там в областных городах это примерно 1100-1200 рублей сосредоточу ваше внимание, а то все обычно в долларах мыслят, да, а, Значит, ну, в Бресте немножко дороже, там 1400, может быть, рублей, да. А в Минске это 2200-2500 рублей. Ну, там, скажем, немного больше тысячи долларов. Ну, фактически вы э, описали ситуацию на рынке у, у, жилья, потому что Минск, в принципе, в два раза дороже, чем другие областные города. А Брест он имеет такую тенденцию, что выбирается в лидеры среди других областей. Да. Еще такой вопрос. Вот для того, чтобы стать членом проекта «Жилье в рассрочку», у человека должна быть постоянная работа. Вот спрашивает человек, поскольку он дальнобойщик, он ездит и долго не бывает дома. Вот это считается Это нормально. У нас работой? есть дальнобойщики, у нас есть моряк, который полгода отсутствует. То есть и моряк, кстати, заселен уже. Поэтому здесь вообще ограничений нет. Все... Вопросы лучше всего такие ну, детальные, да, лучше всего на консультацию записаться. Вы найдете просто в интернете информацию и запишитесь на консультацию. Александр, к вам вопрос. СМС пришло. Посоветуйте. Вот семья 30 и 25 лет. Ясно, Муж и жена, у них два года дочки, и спрашивают, как можно выгодно построить квартиру в Минске. Я понимаю, что вот тот проект, о котором мы сегодня рассказывали, он пока не такой массовый, и э, в столице пока, может быть, он не каждому доступен, э, и люди пересматриваются к различным вариантам. Вот, э, что значит э, выгодно? Что бы вы могли им посоветовать? Дмитрий, действительно, ставить вопрос о том, насколько выгодно э, сделать этот шаг он, наверное, в сегодняшнее время наиболее интересен именно вот в этой системе, о которой Евгений рассказывает. И для того, чтобы разобраться с этим, вы обратитесь, пожалуйста, в Минское представительство этой организации. Потому что, если говорить о других системах, то наверняка они вам известны. Это кредиты банков, которые на сегодняшний день выдаются от 15% годовых. И если вы не у каждого относитесь, свои условия. Да, у каждого свое условия. Если вы не относитесь к льготным категориям, а судя по составу вашей семьи, вы к ней не относитесь, то. А друг, это не молодая семья 30-25 лет. То, то других вариантов получения господдержки не существует. Но все-таки можно как-то. Семья вот, молодая, да. но вот то, что можно предложить, то вот можно. Александр Витальевич, как к эксперту, вопрос к вам? Вот есть чеки жилье, народ не знает, куда их девать. И очень много вопросов на эту тему. Ну, скажем так, чеки-жилье, они же документы финансовые целевые. И uh -huh. поэтому их, как вы выразились, девать можно только на строительство жилья. А как, каков механизм, как они могут их использовать? Ну, это нужно в каждом конкретном в случае, в исполкоме, да? в отделе жилищном разбирать эту ситуацию. И опять же, это зависит от вида жилищного строительства от состояния на учете там очень много нюансов поэтому вот так огулом всем ответить нельзя это это каждый конкретный случай надо рассматривать. а вот в случае который вы описываете в вашем проекте можно использовать при приобретении жилья чеки чеки жилье да ну по законодательству чеки жилье можно использовать на приобретение или строительство жилья и в данном случае нюанс состоит в том что когда наш Члены кооператива живут в выкупаемой квартире, то квартира кооперативная, да. И в связи с этим получается так, что чеки жилье можно применить только в конце выкупа, когда право собственности кооперативная переходит к члену кооператива. Например, если чеков жилье где-то на 10 тысяч рублей, но ну, это примерные ориентировочные суммы, которые из чеков жилье происходят, да, в отношении там разных сделок, строительства, сколько я слышал, да, то в этом случае получается, если вам осталось до конца выкупа квартиры 10 тысяч рублей ваш долг, да, то в этот момент можно э, попытаться оформить чеки жилье, проиндексировать их и совершить сделку окончательную по приобретению квартиры. То есть они не квартиры. пропадут в любом случае. Вот люди спрашивают, они ну, пропадут? Не здесь пропадут? нюанс в том, что это происходит не скоро, пока вы несколько лет выкупаете, пока вам 10 тысяч рублей останется. И что будет через несколько лет в отношении чеков жилье, ну, люди обоснованно беспокоятся, может, они уже не будут работать вообще. Поэтому, ну, я гарантировать здесь ничего не могу. Я могу сказать, что исходя из сегодняшних условий, можно было бы сделать так. А как бы через несколько лет, не могу сказать. Еще смс-вопросы к вам. А есть ли такие кооперативы в Минске? Сколько первый взнос? Ну, мы по всей республике работаем, именно мы, да, и... Значит, у нас есть подразделение в Минске, да, как я уже говорил, что можно найти да. через интернет. А взнос-то есть. А и, первоначальный или... взнос не обязателен. Если у вас есть первоначальный взнос, вы просто быстрее заселитесь. Если у вас его нет, то вы заселитесь немножко позже, чем если бы он у вас был. То есть это под все расчет свой есть определенный и это, конечно, лучше на консультации, потому что это где-то час-полтора у нас происходит в, в офисе. Еще вот наши слушатели говорят, э, прикинули, что квартира который их устраивает в Минске на вторичном рынке стоит 80 тысяч не указали в какой валюте я все-таки думаю что это не в рублях они что имели ввиду однокомнатную или двух там а, указано за однокомнатную но неважно не они а, называют сумму 80 тысяч скорее всего это 80 тысяч долларов и а, не вот, не обязательно может быть однушка 80 тысяч но например вот а, та квартира которые они приценились и которые стоят 80 тысяч если ее приобретать через ваш кооператив это будет дешевле да у нас переплаты исходят из инфляции вот допустим если считать инфляцию за предыдущий год да то она составила 5 с хвостиком процентов да нужно это иметь в виду у нас там есть кроме этого другие переплаты и ну это подробнее конечно нужно на консультации но да, с любой точки зрения это выгоднее, чем. Нет, что чтобы здесь, наверное, было понятно, что цена то не изменится. Вопрос э, приобретения этой квартиры в сравнении с типовым банковским кредитом, я так понимаю, что будет э, дешевле обойдется в этом кооперативе, чем через банковский кредит. Александр Витальевич спрашивает: плюсы и минусы арендного жилья. Вопрос к эксперту. Ну, понимаете, это, наверное, опять-таки очень индивидуально. Плюсы состоят в том, что платежи за арендное жилье, они зачастую ниже, чем, например, там за тот же банковский кредит. И ты проживаешь в этом жилье. Далее, ты не привязан к какой-то территории. Это особенно актуально при движении рабочей силы. Ты сегодня в одном городе лучшую работу нашел, завтра в другом, и ты свободно переезжаешь необремененной собственностью в этом арендном жилье. Ну, с другой стороны, есть минусы в том, что если, кажется, поднапрячься и к арендным платежам еще иную сумму добавить то можно уже формировать и такой пул денежный, чтобы приобрести собственное жилье. Ну и плюс арендного жилья сейчас... Явно недостаточно. Спрос значительно превышает предложение, поэтому на девятнадцатый год предполагается увеличение объемов строительства арендного жилья. И последний вопрос, Евгений. Вот вы сами слово такое пирамиды упомянули. Да. И слушатели наши тоже в общем-то рассуждают на эту тему. Вот та схема, по которой работает ваш кооператив, чем она все-таки от пирамиды отличается и. и... Ну, это очень важный вопрос. Это один из таких очень главных порядок, вопросов. Пожалуйста. А, значит... Ну, коротко, если сказать, что такое пирамида. Пирамида – это когда первые получают выгоду за счет следующих. И мы на консультации этот вопрос рассматриваем, что вот первые 4 человека у нас выкупили досрочно квартиры. И они как бы первые. Но получается, что они э, заплатили за свои условно 50 квадратных метров и сверх этого заплатили еще 8 метров. И получается, что с этих 8 метров как минимум 1 квадратный метр остался у нас в резервном фонде навсегда. И получается, что этих людей уже у нас нету деньги после них в резервном фонде один квадратный метр. В пирамиде, как мы все понимаем, все наоборот. То есть люди уходящие, они уносят деньги, а не оставляют. То есть Спасибо. Это очень коротко. Спасибо. А, актуальный микрофон завершен. У нашей студии сегодня были керовник проекта жилье у Расторминовку Евген Райтин и эксперт по пытаниях жилевой политики Александр Горваль. Вели программу Алина Швайко, Дмитрий Рубашный До новых встреч. Актуальный микрофон.